Все больше в нашей стране набирает популярность тренд «любить и принимать себя таким, какой ты есть», «быть собой». Но если ты вдруг всю свою жизнь жил согласно установкам общества, то очень сложно перестроиться. Это точно. Кто-то идет к психологу, но есть и неожиданные способы, например, ароматерапия. Как эфирные масла влияют на наш организм, узнаем у нашей гости. В студии ароматолог Анна Черникова. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, ну давайте начнем с того, что разберемся в терминологии. Что такое ароматерапия? Это очень просто. Ароматерапия – это терапия, основанная на положительном влиянии эфирного масла на человека. Угу. Эфирные масла воздействуют сразу на 5 сфер. Это физическое здоровье, эмоциональное равновесие, биохимия, биоэнергетика и психология. Угу. Как много интересных слов. Из чего состоят эфирные масла? Вот насколько они действительно натуральны и полезны для нашего организма? Эфирные масла – это концентрат растения. То есть их получают из разных частей растения. Какие-то из плодов, например, цитрусовые, из цветов – это ромашка, лаванда, из корней – это имбирь или ветивер, ну и так далее. Угу. Растения миллионы лет копили в себе нужный химический состав для выживания и процветания на нашей планете, и сейчас мы можем использовать его себе на благо. Угу. А можете ли вы по какому-то конкретному аромату, вот случайно идете по городу, раз где-то что-то пролетело, и вы можете прям точно сказать, обладая уже таким опытом, что это за аромат? Я могу, да. Угу. Зачастую я развиваю свое обоняние. То есть поэтому... это как-то тренируется? Да, да, конечно. Обоняние тренируется. И в случае с большим опытом работы с эфирными маслами, конечно, ты сразу угадываешь, что это, чем пахнет. Это неважно, эфирное масло это или просто запах булочек, или свежего ветра. То есть я чувствую очень хорошо любой аромат и могу определить, что это такое. А можно ли навредить как-то маслом? Вот именно эфирным. Навредить маслом? Только если вы захотите всю баночку выпить, этого делать нельзя, потому что это очень высокий концентрат растения. Да? Примерно вот одна капля перечной мяты, допустим, соизмерима с 28 чашками мятного чая по действию. Поэтому это очень сильные вещества, и нужно обязательно следить за концентрацией, применяя их наружно, внутрь или просто вдыхая. Еще очень важно разбавлять эфирные масла базовым маслом растительным, чтобы не оставить раздражение. Есть горячие эфирные масла, например, корица или тимьян, они могут оставить даже ожог на коже. Угу. И чтобы этого не случилось, нужно обязательно разбавлять базовым растительным маслом. Угу. Миндальным, кокосовым. На самом деле, наше настроение зависит от многих факторов, в том числе и от тех ароматов, которые вокруг нас. Вот что бы вы порекомендовали для вот этого времени, да, для утра, чтобы открылись глазки, чтобы появилось настроение, да, чтобы день сложился прекрасно? Да, вы знаете, здесь я рекомендую обязательно мяту. Угу. Может быть, перечная мята, может быть, садовая мята. Они действуют схоже, но немножко отличаются по своим действиям. Если мята перечная, она больше все-таки приносит радость. Конечно. Приносит радость в нашу жизнь, заставляет немножко оживиться, взбодриться. Вообще, каждое эфирное масло – это адаптоген. То есть он может нас как расслабить, так и взбодрить, в зависимости от того, что нужно нашему организму. А что у нас сейчас в диффузоре? Расскажите. В диффузоре у нас сейчас лимон. Лимон – это масло концентрации внимания, адаптации и избавления от страхов. Вообще, все цитрусы, они заряжают на позитив, на радость, на энергию. Поэтому, это, кстати, вот второе, о чем я хотела сказать – после мяты, да, берите обязательно цитрусы. Все эти масла вас всегда взбодрят, обрадуют и наполнят вас энергией, которая необходима утром. Заряд будет. Слушайте, ну, аромат у нас очень крутой. Здесь, надо сказать, глазки открываются постепенно. Давайте ненадолго прервемся, и совсем скоро мы продолжим наше интервью. Беседуем с гостем о влиянии эфирных масел на наш организм. Анна, я очень люблю банно-прачечные процедуры, назовем это так. Что бы вы мне порекомендовали для того, чтобы, скажем так, еще больше получить удовольствие от посещения бани, какие масла использовать вот в такой обстановке? В бане я очень рекомендую использовать эвкалипт, например, это камфорные эфирные группы, розмарин, хвойные, конечно же, то есть кедр, черная ель,
все эти эфирные масла, баня и так пахнет, да, она ведь сделана из дерева, она и так уже пахнет хвоей. И добавляя капельку эфира, мы еще больше усиливаем этот эффект. Анна, когда оказываешься рядом с такими баночками разноцветными, естественно, хочется все понюхать и узнать. Вот в преддверии 8 марта, естественно, всем хочется девочкам как-то быть более женственными такими. Как вот можно это приобрести с помощью масла, например? Как-то можно зарядиться, например, этой энергией? Конечно. Вообще женственность – это моя любимая тема, честно скажу, потому что эфирные масла, как нельзя кстати, могут влиять на нашу гормональную систему, да, и поддерживать девушку, женщину изнутри. Масло номер один – это жасмин. Это очень нежный цветок, который способен пробудить нежность, красоту, уверенность в себе. Это женское эфирное масло, возможно, но не для мужчин. Совершенно. Вообще, ну, подождите, надо разобраться. Все равно девушка же это делает для того, чтобы привлечь внимание мужское. Вот в чистом виде, знаете ли, так это глаз Каждое эфирное масло соединяется с нашим собственным ароматом. Каждый человек, да, каждая девушка или мужчина пахнет по-особенному. И эфирное масло, соединяясь с нашим собственным ароматом, придает очень нежный, особенный, индивидуальный запах женщине. Давайте что-нибудь другое послушаем. Мне надо забыть это. Еще интересно. Например, если мы, конечно же, на 8 марта часто все едят побольше, потому что праздник, всем ломится стол. Как, что можно понюхать, чтобы, например, не наесться? Вот как-то так метаболизм свой привести в норму. О, вот это хорошо. Итак, метаболизм – это очень важная тема для нашего организма. Это как раз способность переваривать белки, жиры, углеводы и давать из них ту самую энергию, которая нужна нам для жизни. И здесь я выделяю топ-5 масел. Очень быстренько про них расскажу. Это грейпфрут. Он снижает аппетит и является таким очень сильным лимфодренажным. И антицеллюлитным действием. О, вот это хорошо. Смотри. Еще это очень сильный антидепрессант. Масло номер 2 – это имбирь. Очень хорошо воздействует на всю пищеварительную систему, на каждый орган этой системы. Перечная мята. О, мой любимый. Сразу есть захотелось. Перечная мята расслабляет, снимает напряжение и тоже хорошо воздействует на пищеварительную систему. Мы с мятой знакомились. Да. Корица. Корица – это как раз то самое масло, которое снижает тягу к сладкому. Вот то, что я рекомендую иметь всем девушкам, чтобы… Тоже приятно. Чтобы не кушать слишком много сладенького. И лимон, конечно же. Лимон. Мы сегодня наслаждаемся. Да, да. Помимо его таких свойств эмоциональных, лимон еще является очень сильным антиоксидантом и регулирует слизеобразование в организме. То есть это масло, которое очень хорошо выводит токсины из организма. Класс. Как выйти после праздников и зарядиться вот на работу, вдохновиться на нее? Как это сделать и что можно тоже ощутить для того, чтобы понюхать, для того, чтобы как-то себя чувствовать в форме? Можно сделать такую ободряющую смесь из, опять-таки, цитрусовых. Это очень универсальные эфирные масла. Цитрусовые, мята. И добавить немножко силы воли с помощью розмарина. Розмарин – это то самое масло, которое заставляет нас сфокусироваться, собрать все силы воедино и действовать. Вот если совместить все вместе, это получается очень такой божественный аромат. Розмарин – это специя, да, конечно. Вот так, можно, вот можете ощутить все вместе. Вот такую смесь нанести обязательно, разбавить базовым маслом. Нанести на виски легкими движениями, и заряд бодрости вам гарантирован. Держи. Мне очень нравится. Слушайте, и, кстати, вот эта хорошая идея смешивать масла, получаются очень интересные нотки. А друг друга дополняют, появляется какая-то новая интересная нотка. Здорово, круто. Надо себе тоже заиметь такую штуку. Я хочу сказать, что когда мы смешиваем эфирные масла, мы не просто добавляем разных ноток в нашу смесь, которую мы получаем, но еще при смешивании эфирные масла усиливают действие друг друга. То есть здесь происходит такая синергия. Очень эффективно.
Как здорово. Мне хочется, чтобы вы оставались с нами, да, на все время съемок, потому что очень-очень здорово здесь у нас пахнет. Очень интересно вы рассказываете, но, к сожалению, эфирное время заканчивается. Мы благодарим вас за очень интересную беседу, за интересное интервью. Спасибо большое. А вам, друзья, напоминаем, у нас в гостях была ароматолог Анна Черникова. Мы продолжаем встречать это утро вместе.